Актуальными вопросами женского здоровья сегодня занимались в Чебоксарах. Конференция по таким названиям прошла в президентском перинатальном центре. И коня на скаку остановит, и в горячую избу войдет. Женщины в русских селениях не перевелись и сейчас. Только вот экология в 21 веке не та, что в 19-м. Как следствие, отмечают специалисты, рост женских заболеваний. Обсудить современные методы профилактики рака органов репродуктивной системы, методы лечения и диагностики онкологических заболеваний в Чебоксары приехали московские специалисты. Что касается онкозаболеваний, конечно, резко возросло количество рака шейки матки, яичников, как ни парадоксально, тело матки, молочник. Ну, это всем известно, в принципе. Это, понимаете, к сожалению, рост настолько быстрый, что даже онколог не успевает справиться. Не хватает койки, не хватает препаратов. В таких условиях важно делать акцент на профилактику и раннюю диагностику, говорят медики. Ну, а опыт коллег лишним никогда не будет. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.